Мастер-класс «Как шить развивающую логику игрушку за 30 минут». Сейчас я расскажу поэтапно, как легко и быстро шить интересную развивающую игрушку для вашего малыша, которая развивает моторику, цветовое восприятие и логическое мышление, а именно соотнесение по цветам и геометрическим фигурам. Вам понадобится обложка от старой книги, швейная машинка, клей, ножницы, нитки, ткань, в данном случае флис разных цветов, липкая лента, тесьма для отделки и полчаса свободного времени. Сначала нарезаем ткань полосками по 2,5 см и сшиваем их между собой. Разутюживаем. Затем наклеиваем полученную основу с одной стороны к нижней обложке и обычную однотонную ткань с другой стороны обложки. Рисуем на флисе геометрические фигуры примерно по 1,5 сантиметра в диаметре. Складываем флис в несколько слоев и сшиваем по линии рисунка фигур. У нас получается много разноцветных квадратиков, треугольничков и кружочков. Потом поработаем с липкой лентой. Из одной из сторон липучки вырезаем геометрические фигурки на несколько сантиметров меньше наших разноцветных фигурок и приклеиваем их с помощью утюга к нашим уже получившимся геометрическим фигурам. С другой стороны липучки вырезаем такие же фигурки и приклеиваем их с помощью утюга уже на разноцветные полоски на нашей основе. Оставшуюся полосочку липкой ленты приклеиваем с помощью утюга на нашу основу, вверху, и оформляем все это тесьмой. Совет. Если у вас немного больше свободного времени, вы можете настрочить липкую ленту на фигурки и на основу, и тогда она будет держаться лучше. Ну, а насчет фигурок, они сами по себе хороши для игры. Из них можно делать разноцветные змейки, машинки, паровозики, домики. Кстати, насчет домиков, я могу показать, как шить интересный развивающий домик для вашего малыша. Ссылку на это видео я оставлю внизу в комментариях к этому видеоролику. Все, удачи вам!